Тверской области будет создана машино-тракторная станция. Это будет государственное предприятие. Сколько будет потрачено средств на его организацию и другие подробности выяснила наша съемочная группа. Старт весенним полевым работам в Тверской области планируется дать 18 апреля. Северные районы начнут полевую кампанию чуть позже, в мае. Сейчас самое главное, чтобы финансовая поддержка в срок дошла до сельхозпроизводителей, поскольку хозяйства уже активно приобретают семена, удобрения, ГСМ, заканчивают ремонт техники, считает губернатор Игорь Рудыня. Наша задача сейчас своевременно, в течение месяца, не более, довести субсидии до сельхозтоваропроизводителям. Это средства, которые они будут использовать при подготовке и проведении весенних полевых работ. Создание и обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий – одно из важных направлений. Порой в маленьких, да и больших колхозах возникают проблемы именно по этой части. Решить их поможет машино-тракторная станция. Ее создать в Верхневолжье планируется в ближайшей перспективе. Надеемся, что вот этот проект, он позволит нам расширить как финансирование именно этого направления деятельности сельхозпроизводителей, так и поможет в деятельности наших сельхозхозяйств обеспечивать современной и высокоэффективной техникой. В целом объем господдержки на весенние полевые работы в Тверской области в этом году составит 214 миллионов рублей. Также региональное правительство выступает гарантом при выдаче займов. И в этом году кредитный портфель аграриев, по прогнозам, будет увеличен до 3 миллиардов рублей.